Идея номер 5. Это опять же поворот на месте вокруг себя, вправо налево. То есть круг бедрами мы будем производить вправо, а поворачиваться корпусом будем налево вокруг левой ноги, потому что правая нога у нас будет рабочая. И шагать мы будем опять по четверти круга. Поворот у нас будет на первую четверть правой ногой, а доворачивать полный круг мы будем уже на месте. Как это будет выглядеть? Левая нога, правый круг вправо. Ставим правую ногу на четверть вперед, со стороны вперед. Вправо, налево, за левым плечом поворачиваемся и на месте. Еще раз вправо, налево, вправо, налево, еще раз вправо и налево. Есть? Ну что же, давайте попробуем другую сторону. У нас получится влево бедро будет идти, а поворачиваться мы будем за правым плечом, направо. И влево, и довернули. 3, 4, 5, 6 вокруг правой ноги, 7, 8. Я надеюсь, у вас все получилось. Вот она наша идея номер 5. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Право налево, медленно сначала, по четверть круга. И влево, направо. И быстрее два раза, право налево. Раз, два, три, четыре. Продолжаем. Меняем влево направо. 2, 3, 4. Еще второй круг. 6, 7. И по одному кругу вправо налево. 1, 2, 3, 4. Меняем. 5, 6, 7, 8. Еще по одному. 2, 3, 4. Меняем. 5, 6, 7, 8. Молодцы! Я надеюсь, что эта связка вам поможет и в практике, и в танце. Ну а на сегодня у меня пока что все. Всем счастья и добра! С вами Оксана и канал «Танец живота на завтрак». До новых встреч!